Да, конечно, это неприятно, что практически из 9 8 не соответствует. Как вроде начали хорошо, запрягли, хорошо, вроде хорошо все пошло. Вот, но на самом деле, что порадовало, и кусочки большие, и соединительной ткани немного была, пленка, скажем так, но это недочет старшего смены. То есть там вам можно просто посмотреть, как бы с позиции профессиональной, с позиции потребительской, на 4 балла. Но это мое мнение, оно может быть субъективное, может быть необъективное. Ну так. А остальные, конечно, на самом деле и примеси есть, и где-то послевкусие есть, и фальсификации есть.